В этом статном красивом особняке, что на улице Карла Маркса, сегодня детский сад. Коренные брещане, больше представители старшего поколения, знают его как дом, в котором свыше 60 лет назад жил Петр Миронович Машеров. Накануне брещане отметили 37-ю годовщину трагической, полной на загадки и тайны гибели советского деятеля. Для молодежи было подготовлено своеобразное путешествие в прошлое. Экскурсия с 20 веком наравне посвящена брестскому периоду жизни и деятельности Петра Машерова. Это было трудное время, и почему он город наш любил, потому что здесь он, в общем-то, уже будучи героем войны, героем Советского Союза, он здесь еще окреп как руководитель, как организатор вот мирной жизни, так сказать. И в этой непростой обстановке в Брестской области, она тогда была объединена в одну, было же до этого 3 области, ну и вот сюда его направили. И поэтому все, что связано вот с развитием экономики, культуры, вот в эти годы, к тому времени, как наша брещина уже действительно в 60-м году, в 67-м году получает орден Ленина, это за вот эти все годы брещина превратилась вот из такой, ну, после войны разрушенной области и такую развитую. Нам полезно знать, кто строил то, в чем мы живем, кто строил, собственно, нашу Брестскую область. И лично мне, как человек, который увлекается очень историей, который всегда интересовался, кто такой Машеров, особенно когда в детстве я думала, что же за проспект такой Машерова, мне было очень интересно узнать, что человек такой с великой душой, который действительно любил и свою страну, и абсолютно всех людей, живущих в ней. Сейчас очень интересно узнавать мелкие подробности из его биографии. Заглянуть за занавес 60-летней давности ребятам из лицея имени Машерова помог воссозданный рабочий кабинет первого секретаря Брестского обкома Компартии Беларуси. Слева даже в точности отражен вид из окна успешного руководителя. Мемориальный уголок пропитан историей. Личные вещи Машерова, сохранившие аутентичность, аккуратно расположились в зале современности областного краеведческого музея. То, что не преподают в школе, можно встретить в музее и не то чтобы прикоснуться, просто ощутить душой то, каким он был человеком. В учебнике не скажут о том, что Машеров выращивал розы, потому что это не имеет значения для хода истории. Но для нас, абсолютно простых ребят, действительно, то, что он дарил их своей жене, то, что он растил их сам с этой огромной любовью, это очень здорово. И мне кажется, что именно такое нужно помещать в важные факты учебников. Несомненно, его имя останется в истории и памяти соотечественников навсегда. Сегодня немногие знают, что именно благодаря этому человеку был зарожден промышленный потенциал брещины. Именно Машеров был инициатором того, чтобы в далеком 65-м священной цитадели было присвоено звание «Крепость-герой». Несмотря на то, что со времени его гибели прошло почти 40 лет, личность Машерова по-прежнему находится в центре внимания, уважения и почтения. Особое место в Бресте – небольшой музей, посвященный Петру Машерову. Он расположен в областном лицее имени выдающегося деятеля. 12 лет назад учреждению было присвоено имя Героя Советского Союза и будущего руководителя БССР. Идея создания уголка памяти Петра Машерова появилась не случайно. Жизнь этого человека, она действительно пример, потому что это и учитель, за которым все ученики пошли сражаться в подполье, в партизанский отряд. Это и замечательный отец, муж, сын, который очень переживал, что именно мама погибла после одной из операций партизанских. Вот фашисты уничтожили всю деревню. И деятельность его в нашем городе тоже заслуживает большого внимания, потому что в нашем городе очень много живет еще людей, которые вместе работали с Петром Мироновичем Машеровым. Оригинальные фотографии, личные вещи, печатные издания исследовательского характера. Увидеть вехи из жизни Машерова воочию можно, заглянув в лицей. К слову, в этом году учреждение начинает работу в рамках нового инновационного проекта по формированию гражданственности и патриотизма. Главным средством работы будет создание виртуального музея. Используя такую новую технологию дополненной реальности. То есть это будет такой, ну, надеемся, что у нас получится современный музей, когда люди могут побывать виртуально и посмотреть, увидеть вот эти вехи из жизни Петра Мироновича Машерова. Ну и, конечно, мы в этом году, готовясь к столетию, которое пройдет в феврале 2018 года, ну, надеемся, что и родители нам помогут. Обратились мы уже за помощью ко многим, чтобы воссоздать и может быть, картину жизни нашего города в те годы, когда им руководил Петр Миронович Машеров. И вообще картину жизни нашей страны. То есть все материалы, которые будут в тему, мы будем этим материалам рады.